Знаете ли вы, что настоящая фамилия Раневской, Фельдман, окончив гимназию, посещала занятия в частной театральной студии А. Егела, А. Н. Гофберга. Редакционным советом английской энциклопедии «Кто есть кто» в 1992 году включена в десятку самых выдающихся актрис 20 века. На доме, где родилась Фаина Георгиевна Раневская, Таганрог, улица Фрунзе, 10, 29 августа 1986 года была установлена мемориальная доска. Раневская – народная артистка СССР с 1961 года. Фаина Георгиевна похоронена в Москве, на Донском кладбище, 4-й участок. В Таганроге именем Раневской названа одна из улиц. В мае 2008 года в Таганроге состоялся первый международный театральный фестиваль имени Фаины Раневской «Великая провинция». В Таганроге, рядом с домом, в котором родилась Фаина Георгиевна, 16 мая 2008 года был открыт первый в России памятник Раневской. Бронзовая скульптура изображает Раневскую в роли Ляли из фильма «Подкидыш». Умерла в 1984 году в Москве после перенесенных инфаркта и пневмонии.